seconds remaining. Reserve time. Итак, всем привет! Воскресная такая дотка выходного дня. У нас встречаются две команды. Изначально у нас, кстати, было немножко другое расписание, вот, но пришлось перепрыгнуть на этих, скажем, кастить этот матч, потому что команда Old School Gaming снялась с соревнования. И я сегодня буду комментировать Low Skilled Game против Golden Horde. То есть встретились такие, скажем, лидеры и аутсайдеры таблицы. У Golden Horde уже, по-моему, 6 очков, да, если я не ошибаюсь. 6 очков, то есть 3 игры, 3 выигрыша. У Low Skilled'ов 1 выигрыш и 2 поражения, собственно, 2 очка. Вот, ребята берут Golden Horde, решили, я так смотрю, скажем так, поиграть в затяжную доту, да, там с Нага Сиреной. Интересно, будет ли тут еще какая-то Энигма? Такая прям комбо-вомбо под сон, под стяжку и еще Энигму туда сверху на ваши головы. Вот, в ответ они получают Сайленсера, да, то есть Golden Horde взяла Нагу Сирену, Дарксира. Давненько, кстати, мы не видели этих героев, потому что игра сейчас такая мета, что все стараются быстренько-быстренько закончить свои игры. Ну, не сказал бы, что Нага это, скажем так, быстрый герой. Да, это герой обычно медленный, который идет через радик какой-то. Там есть, бывает, саппорт Наги, но все равно, как правило, это для долгой игры. Так. Итак, Golden Horde берет у нас Нагу Сирену и Дарксира. В ответ Low Skilled забирают Witch Доктора и Сайленсера. То есть противостоять этой комбе. В бан у нас отправляются Морф, Джаггер, Скорб и... собственно, Shadow Demon. А Low Skilled, в свою очередь, банят Сларка. Да, надоедливый такой герой. Тинкера, Свена и, собственно, Квапу. Так, я так подозреваю, что Сайленсер будет на позиции саппорта. Бристлбэк. Интересно, это хардовый? Наверное, хардовый будет, да, потому что... все мы помним тактику Иллидана через Бристлбэка керри с виспом. Но тут виспа уже, висп как-то и не сильно и лезет в эту связку. Напоминаю, что параллельно у нас на втором канале Сколдса должна уже идти игра Vita First против Гоши и Якорей. Вот, если у них все хорошо, можете там тоже посматривать на тот канал. Сейчас я чатик включу, чтобы общаться с вами. Всем еще раз привет. Приятного вечера. Там у меня были фаны Old School Gaming, но, к сожалению, снялись товарищи. Джакира заходит для Golden Horde. Еще такой, скажем, комбо-герой под это все. То есть, если не заслипали, то можно стянуть как минимум под айспас, под всякие макропиры. Тоже сильно достаточно герой.
Тем временем мне скинули нормальную отбивку. Сохранимую. Вивер заходит от команды Low Skilled Game. Эти ребята намерены закончить до того, как Нага возьмет свой радик и будет делать грязь. Так, кого же в керри возьмет Golden Horde? Интересненько. Все такие матерые самые закончились, да, кроме фантомки, которая, ну, скажем так, в мете. Да что-нибудь такое должно быть крепенькое в то же самое время, да, потому что кто-то должен танковать. Интересно, будет все-таки ли тут Энигма или нет. Ну, блин, Сайленсер это, конечно... Энигме придется немножечко попотеть, чтобы после Даггера еще... А зачем мне Даггер с другой стороны, да? Тут сразу сон и все, никакого Даггера. То есть, ну, БКБ какой-нибудь нужен, как минимум. Луна заходит. Тоже неплохой герой. Долго-долго, кстати, Golden Horde думает, да, 15 секунд, то есть у них осталось дополнительного времени. На пике. Пошли последняя стадия банов. Я думаю, что лоу-скилды будут отчаянно сражаться. Несмотря на то, что они явно не фавориты в этой игре. Но с другой стороны, ну, два поражения. То есть из трех игр там два поражения. Траксу банят, да? Не знаю, такой, по-моему, не очень оправданный бан. Траксы. То есть, когда уже все керри взяты, банить Траксу, это, по-моему, немножечко... Тут надо или было какой-нибудь мид банить. Правда, в мид может пойти та же самая Нага. А вот, кстати, мида тоже нету у лоу-скилла. Тоже можем увидеть в бане какого-нибудь героя, который может на миде постоять. Пошло резервное время. Не знают, кого банить. Долго-долго решают. До последнего прям тянут, скажем так. Мирана отправляется в бан. Кунку берут у нас Golden Horde. В ответ заходит инвокер. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, я пока что отправлю скрин. Что? Пока что. У нас вылетает практически вся команда лоу скиллов. Реконектятся по чуть-чуть парни. Что тут интересненького у нас есть? Crystal Maiden? Я смотрю, в почете у товарищей. Так, надо поменять худ.
поставить красивенький худ, который был предоставлен мне Террор Лигой. Кстати, если у кого-то возникает вопрос, что сейчас мы смотрим, это... Ладно. В принципе, они же не должны видеть, я это вижу, то есть... Они друг для друга рисуют с любовью, скажем так. Так, почему-то последний игрок не может никак зареконнектиться, флэш. Как бы не пришлось перезагружаться вовсе. Я напомню, что по регламенту есть конечное время паузы. Так, зареконнектился наконец-то игрок. Давайте начнем пока что с Орды. Да. Command Me играет сегодня на Кунке, NS на Луне, King Louis. Интересно, это тот самый NS. King Louis играет на Дарксире. Жидриан, не знаю. Играет на Макропире у нас. Sister Rose играет на Наге. Команда Low Skill Gaming. Барт играет на Инвокере. Я эти ники вообще албанские, это трудно для меня. В общем, Засранец играет на Вивере, Спид играет на Инвокер и Флэш играет на Вич Докторе, собственно. Давайте попробуем прочитать нормальный ник. У нас Бристлбека. Зашкварище. Зашкварище у нас будет играть сегодня на Бристлбеке, да? Он, наверное, пойдет все-таки... Непонятно куда. Ребята не могут определиться, покупается сразу три смока. Так, небольшие проблемы испытывал, потому что не я создал лобби, собственно. Так, включим этот параметр. Это... Рисует план капкан. Блин, это не план капкан, это какой-то ужасный план. Надо будет сказать парням, чтобы поменьше таким занимались. У нас интересный очень вард, такой очень агрессивный мид от Орды. Да, сейчас битвы за руны, скажем так, не было. Что такое? Так, я вообще испытываю реально проблемы с тем, чтобы посмотреть, что у нас на наших героях. Лагают, пишут парни из Орды. Так.
кто там? Так, будем смотреть. Нага саппортище у нас получается. В миде Кунка против инвокера, это очевидно было. Ставится ответный агрессивный вард в мид от Вич-доктора. И Дарксир, собственно, у нас на топе. Он будет противостоять Виверу, да, и Сайленсеру. Бедного Бристла тут разминают. Он берет у нас сразу пыркалку, а дракон берет у нас... собственно, огонь. Так. Война идет за крипчиков на миде. Так, что, собственно, на топе? Что делают саппорты на топе? Они, скажем так, пытаются, наверное, будут делать отводы, да? Но что-то как-то... Они ничего не пытаются сделать против Дарксира, собственно, не зайти к нему за спину, да, ничего такого сделать. Я вам не скажу, что приехала к инвокеру, это государственная тайна. Так, 9-7 у нас Кунка динает, как бы это не казалось, да, интересным. То есть динает всех крипов, которые тут инвокер пытается себе подхоботить. Бристлбэк уходит покоцанный совершенно на базу. Инвокер в миду тоже терпит, бедняжечка. У Кунки уже есть... бутылочка. Так, ну Дарксиру тут вообще ничего не делает. Он получает свой уровень, да, и он получает свои вещи и золото, своих крипов. У него уже ничего он не получает, своих крипов. 2-0. Блин, чувак, как это ты так... Возьми пример со своей Кунки. 17-11 в миде против инвокера. Абузят бутылочку, Кункевич. Не хочет уходить с линии, хочет дожать все-таки этого инвокера. Двойных стаков мы до сих пор не увидели от команды Low Skill Gaming. Даже несмотря на то, что Дарксир не пытается побежать, да? То есть как-то задинаить. Забрать эти все стаки себе. Мы тем временем пропускаем First Blood внизу, я как знал. Вот, убивают... Кстати, посмотрите, как отлично убивают Бристлбека. Посмотрите, как отлично, то есть, стакает команда Орды. То есть, одиночные стаки, да. Тут бедного даже гоняет сраный сатир, бедного Вич-доктора. Я прошу прощения, конечно, за такую почему-то техническую неполадку, что у меня не выделяется ни один герой. То есть, ну, можно только вот так выделять, собственно. У Луны у нас ласточки. Так, инвокер у нас в рейсбенд тут берет. Так, Кунка тем временем практически шестой. У инвокера даже и не пахнет. Вивер покупает у нас ПТ. Да, а что, как же дела у Дарксира? Только щиток и Soul Ring. Так, и он 4-го левела. Это как-то слабовато, скажем так.
для Дарксира, мне так кажется. Его тут не сильно и гоняли, да. Но сейчас он не должен отъезжать. В принципе, он должен убегать. Тем временем опять внизу забирают Бристлбека. Что у нас по итемам у Бристлбека? Забрали. Забрали курса. Добивает на пару с курсой Вич-доктора. Так, что у Бристлбека? Бедняга, да возьмишь ты, пойди в лес. Ну, то есть у тебя уже есть фыркалка, да, ты тут ничего не сможешь сделать. Но это по моему мнению, что ему лучше пойти в лес. То есть второй уровень, его тут уже второй раз убивают, он берет себе сапог. Ну, что тут есть? У нас, собственно, Нага выкачала. Кстати, она вообще великолепную работу проделывает. И здесь стаки есть, и здесь стаки есть. У Наги сеточка вкачанная, рептайд, собственно. Луна уже пятая. Давайте посмотрим, что по уровням героев. То есть... Орда держит, скажем так, лидерство. Дальше происходит абуз баночек. Кунка уже нормально так затарился достами. Знает, что от инвокера можно ждать всего чего угодно. Так, на топе опять гоняют Дарксира. Кстати, вот, ну, я горел, да, по поводу того, что делают какие-то астаки, такие отводы слабенькие. Но, тем не менее, Дарксир как-то не берет свой уровень. Чат поддерживает команду Low Skilled. Так, тем временем в миде готовится какой-то ганг. Луна опять убивает Бристлбека. Я пока смотрел, но должен тут инвокер отъезжать, потому что вот пойдет сейчас сеточка, пойдет кораблик. Отличный, кстати, корабль. Разорвало просто такие у нас инвокера. Кстати, который даже не качал Ghost Walk, а он, собственно, взял Cold Snap и Форжи. И я не знаю, почему Кунка так сразу наперед решил запулить себе достов. По вардам пока что у нас выигрывает команда Low Skill Gaming. Да, собственно, мы видим, что видят команды. Да. Не может себе Вич-доктор найти место. Ага. Разбивает смоки и готовится выход в мид на кунку ответный. Инвокер, наверное, загорелся, что ему никто не помогает, да. Разминает тут Бристлбека, который уже нахоботил себе четвертый уровень. Луна шестая. Шестой также взял Дарксир, но не выкачал себе уровень. В смысле, ультимейт. Не может себе найти место Вич-доктор. Смока так и исчезли. Тем временем Джакира в инвизе заходит на низ. То есть на мид. И должны тут убивать Вокера. И есть сейф ТП, но от него толку, мне кажется, будет мало. Промахивается курсой Вич-доктор. Сайленсер, что неудивительно, не промахивается. И сейчас тут должны еще забирать этих двух ребят. Ну, по крайней мере, забрали у нас Сайленсера. И горит Вич-доктор. Не знаю, что из этого будет. Луна там одна Брисла гоняет и тоже его убивает. Не подрасчитал Бристл своих хп. Так, тем временем. 50 на 20 у Виверка. Он тут себе фармил все это время, пока его тиммейтов убивали. Может Вивер, скажем так, зарешать. Вот, особенно как сегодня показала нам, собирается Сия Лига, собирается на Вивере Аганим, и все имеют по две жизни. Не знаю, будет ли эта стратегия реализована здесь или нет, посмотрим. Восьмой уровень у нас инвокер. Артов вообще никаких нет.
Бристл пакуется на жир, а Вич-доктор тем временем до сих пор себе не может найти место на карте. Наги дает, Кунка отходит, дает Наги дофармить себе шестой уровень, а сам тем временем фармит стаки. Вот, Вич-доктор стакает, скажем так, у нас для, наверное, того же Бристла, который уже безнадежно отстал по уровню от Луны, да, пятый на третий. Сейчас еще схватит какой-нибудь ульт от Луны и будет таков, скажем так. Инвокера задолбало умирать в миде, он решил, что пора прекращать эту традицию и пошел фармить в лес. То, чем должен был заняться уже давно Бристл, на мой взгляд. 7-1, тем временем у нас счет на карте. Так, Дарксир что-то призадумался. Видели. То есть, у нас, скажем так, у Low Skill Gaming игра идет вся на... Опять убили Бристла. Да он... Как он так быстро отлетает? Так вот, у нас вся игра идет на Вивера, да? То есть, вот это вот Троеварди. Вот. Вообще, я не могу немножко понять, зачем вот этот вард, ни разу еще никто не выходил так далеко. Боятся, тем не менее, боятся потерять своего вивера. Вся работа на вивера. Забирается башня внизу. Нет, отошли ребята, потому что думают, что не добили их противники эту башню. Ну, можно заденаить, 102 хп. Должны денаить ребята. И на миде точно так же отлетает башня. Так, опять там Бристла пытаются встретить. На миде падает башня. Бристл убегает. И должна еще внизу сейчас падать башня. Смотрите, у Орды реально по всей карте, то есть стаки, у них... Ни одного кемпа нет практически, где нет стаков. Ну, только, грубо говоря, на вот этом, да. А то есть тут стаки мы сделали, тут стаки, тут нет. Тут есть. То есть, молодцы ребята, отыгрывают хорошо. Для Луны, для какой-нибудь, для Наги. Все, в принципе, могут там без проблем забирать стаки эти. Хорошо играют, перемещаются по карте. Нага у нас должна выходить в Мекку, по всей видимости. Лоу скилд вперед. Чат не останавливается. Верит в свою команду. Инвокер решает выйти из своих лесов и как-то хоть начать дефать тир 2 вышку. Призывает сюда своих миньонов в виде сайленсера. Будут сейчас что-то решать. Кстати, вот по уровню героя. Сайленсер и Вич-доктор до сих пор не получили свой шестой уровень. И тут Вич-доктор должен приплывать. Встречает он сразу троих из команды Орды. Получает он все, что угодно. То есть и Торрен получил, и крест. И сейчас должен вздыхать. В ответ погоню организовывает Лоу Скилд, но... Забоясла Бристл, не стал идти, да. Несмотря на то, что у него плевок есть, который замедляет, не стал он идти, побоялся. Но, наверное, из-за того, что они боялись, что на отходе сейчас они получат слип. Вот, собственно, слип они получают. Слип снимается, падает корабль, идет айспас. Луна раскастовывается, должны забирать инвокера, должны забирать Бристла. Бристл умирает, сейчас должна пойти сеточка. Сайленсера, и Сайленсер тоже должен умирать. Да, Сайленсер умирает. 3 в 1. У нас происходит замес. Плюс 1000 голды получает команда Орды. 2000 опыта. Да. И так безнадежно отставали, так вообще сейчас упадут на низ. Вивер себе фармит, вообще не останавливается, не обращает внимания. Это должен быть, по всей видимости, Дизоль. Не знаю, может он БКБ, конечно, сразу первым возьмет. Но атаки у его команды и так нет. Вот, посмотрим, что это будет. Стягивается команда по чуть-чуть наверх. Будут защищать своего Вивера уже. Ну, он тут один, вы должны его принять. Ставится вард.
Нет, он отойдет, он жирненький слишком. 1000 хп. Ставится стенка, стяжечка отличная. Сайленс пошел. Убивают Вич-доктора. Сейчас должен еще Дарксир тут отъехать. Убивает Дарксир Сайленсера, но Вивер добивает Сайленсера и убегает. Добивает Дарксира. Ё-моё. Так, погоня, погоня за Вивером. Все на него летит, рептает, все. В таверну. Добро пожаловать в таверну. 15-3 у нас счет. Так, Бристл, наверное, сразу будет варить себе какие-нибудь блейды. Я так подозреваю. Глейва появляется у Луны. Команда Орды собирается забрать вышку по топу. И вообще лоу-скилл никак не хотят им этому мешать. Вич-доктор хочет дохоботить себе 6-й уровень. Кунка хватает ДД. У Кунки, кстати, между прочим, есть даггер, уже кристаллайз. То есть Кунка уже может с плюхи одной отправить праотцам того же самого Вич-доктора. И в идеале может отправить и Вивера. Вивер себе, кстати, приобретает дизолятор. Сейчас будет какая-то у нас драка на топе, если ребята не отойдут. У всех есть ульт, кроме Наги, у которой даже маны на него нет. Он вот-вот откатится, но маны все равно нет. Боятся, не знают об этом ребята. Боятся из лоу-скиллы, боятся подойти. Кунка атакует, идет стяжечка. Ну, стяжечка была так себе. Вивер нарезает. Сейчас умирает инвокер у нас. Не спасает его инвиз. Должен также отъезжать тут Вич-доктор, который попадает на торрент. Убегает Бристл. Там Вивер пытается воевать, но у него ничего не получается с этим. Луна тем временем себе успешно там пушит. Сейчас дойдет до тир 3. Умирает Бристлбэк. Да, умирает все-таки Бристлбэк. Тут друг друга ищет Вивер. Я не знаю, кто кого ищет. То ли Вивер Дарксира, то ли Дарксир Вивера. В общем, разбегаются они не совсем с полными хп. Покупается гем со стороны. Почему-то Вич-доктор отключается. Я надеюсь, это... Почему-то даже ребята паузу не жмут. Наверное, просто надоело играть. Должен умирать тут Сайленсер. Он умирает, собственно. Идет ульт на Инвокера. Инвокер кидает метеорит, но это ему не помогает. И, скажем так, не нуждаются в паузе Low Skill Gaming. Наверное, отдают эту первую карту. Я думаю, что они на вторую соберутся все-таки и покажут что-то Орде. Но, должен сказать, защиту... Должна тут Луна умирать. Да, умирает тут Луна. Должен сказать в защиту, скажем так, Low Skill Gaming. Ребята имеют средний ММР 4000, в то время как Орда за заявки, по заявке имеет 5 и выше, то есть средний рейтинг. Падают тут бараки у нас, собственно. Мечников еще остаются. Жмется все-таки пауза. Видать, нуждаются в паузе. Ждут свою ВД. Будут ждать своего Вич-доктора, у которого до сих пор ульты нет. 20-й минутки. Интересно, есть ли у них... Книжечка у них имеется, да, то есть можно было, в принципе, запотеть и купить себе книжечку. У этих не имеется книжечка, то есть ты как, в принципе, когда можешь, скажем так, не можешь найти себя на карте, да, там постоянно там помогаешь, стакаешь, голда по чуть-чуть у тебя падает, и ты, в принципе, можешь купить себе книжечку, которая дает тебе плюс к опыту. 425 к опыту. У Вич-доктора, в принципе, это могло бы дать ему, ну, уровень точно, и еще
чуть-чуть там пару крипов, скажем так. Ну, хорошо очень перемещалась команда Орды, да, то есть вы помните, что все стаки были здесь, и в то же самое время до сих пор вот, ну, собственно, Дроксир фармит. На топе был Space Created, в то время как Луна тут донесла эти бараки чертям собачьим. И сейчас у казарм мечников тут остается половина хп. Она, в принципе, может дорегениться, но линия все равно будет толкаться за счет вот этого вот парня, который здоровый такой, как Голиаф сраный, блин, ведет свою всю команду из этих мечников, которые себя не очень чувствуют, да, потому что 23 атаки, 49, собственно. Он тут сам их замесить может. Крестики-нолики у нас тем временем играют ребята, потому что понимают, что по-другому им не выиграть. Кто-то все-таки выиграл в крестики-нолики, это был инвокер. По стате он немножечко хуже, чем в крестиках-ноликах. Он ничего, Бристл у нас 0.72. Да, то есть, ну, 20 на 4, собственно, вот весь счет. Мы ждем Вич-доктора, но он почему-то не собирается. Надо следить за временем. Так, вот это вот, мне такие рисуночки не нужны. Так, у меня тут маты пошли по полной. Пишут всякие мои фанаты. Предлагаю вам не обращать на это внимание. Ждем, ждем. Кстати, вот можно тоже сказать о неплохой игре Джакира, у которого 12 ассистов. Тем временем заходит Вич-доктор, сносится башня по миду. Ребята, какие, собственно, ребята, уже саппорты сами команды Орды давят, скажем так, линию, не боясь, просто заходят. Это, наверное, благодаря во многом тому, что у Наги есть, собственно, сам по себе ульт. И они, если что, могут отойти. То есть, они реально не боятся, да? Пока Луна там умерла, скажем так. Они могут додавить эти башни, и Луна уже придет уже с нормальным запаком. По нетворсу Вивер проигрывает 5000 Луне, но это, скажем так, не самый критичный счет. Да? Вчера мы видели и похуже. Падает вышка на топе. Луна покупает себе баттер благодаря этому. Дарксир покупает себе даггер. Идет погоня за макропирой. Сон в ответ. Тут также имеется кунка. Бежит у нас Дарксир, но он не успеет до конца сна, понятное дело. Идет задувка макропира. Хейтит, хейтит. Идет сайленс, хейтит вивер Джакира. Убивают Джакира. Тут же врывается в замес Дарксир, но он должен тоже отлетать, потому что тут он против двоих воевал. Пошел корабль, должны убивать кунку. Идет сеточка, но сетка не попадает. Выпадает гем, кстати, очень важно. Почему гем? Гем, забери, вивер, что ты делаешь? Забирает кунка гем, опять вылетает ВД. Внизу тем временем у нас сносятся бараки, уже сами крипы. То есть вот эти вот голиафы дошли и будут ломать штиблет. Вот ты видишь, паренек, ты не забрал гем, и что случилось? Мог забрать, у тебя было полно слотов, но почему-то он не рискнул забирать эти слоты. Так, что у нас приобретает? Это чей даггер? Это Наги Сирены даггер. Наги Сирена себе даггер идет. Кунка себе уже рецепт на Дайдалус приобрел. Убил АФКшного Вич-доктора. ГГ, пишет команда Low Skill Gaming. Dire's top barracks have fallen. Dire's top
Напоследок Луна решила погнобить Брестла. Ему даже не помогли блейды. Сносятся бараки наверху. Что-то фейк ГГ какой-то. Реально. Вроде бы пишут, а вроде бы и нет. Наверное, инвокер говорит, я слишком хорош. Вот зачем ему должны были, нужны были медасы, если его щемят? Ну, чувак, это не тот артефакт, который надо покупать, когда тебя щемят и команда не может воевать. Все, все-таки ГГ сработал. Дарксир себе напоследок покупает сапожок, который уже, собственно, ничего не решает. Итак, 26-6 победила Golden Horde. Это первая у нас, собственно, игра. Сейчас я сделаю скрины, которые у нас заявлены по регламенту турнира, да, чтобы ни у кого потом вопросов не возникало. Что у нас по статистике? Собственно, вы такую можете наблюдать статистику, да. Тут основные дэмэдж дилеры, понятно, Кунка и Луна. 7500 внес Бристл, которого гоняли там вообще по щам, ему давали очень серьезно. Так. Посмотрим, например, сравним все-таки ту же Луну и сравним того же Вивера. То есть Вивер проиграл, конечно, по всем фронтам. Но, в принципе, на самом деле, наверное, я глупость делаю, что я сравниваю. Потому что, как бы, это такой сильный, скажем так, был луз. Ладно, ребята будут, собственно, готовиться ко второй игре. Наверное. Вот, я объявляю такую небольшую паузу, 5-7-минутную. Можете возвращаться к нам или посмотреть, что там в матче противостояния. Там, где играют якоря, и возвращаться к нам.